На зимних гонках и для людей, и для техники присутствует еще одно дополнительное испытание – низкие температуры. Так как в заездах принимает участие большое количество подростков, 7 января рождественский мотокросс организаторы приняли решение не проводить. Но ровно через неделю все, кто не побоялся мороза, вышли на старт. Сегодня все равно минус 20, и это не стало помехой для наших мотогонов. Сегодня у нас много классов присутствует, порядка 80 участников, в том числе и наши соседи. И сегодня традиционно мы проводим эту гонку вне зависимости уже от погоды. Помимо спортсменов, представляющих городские округа Московской области, на трассе показали свое умение мотогонщики из Санкт-Петербурга, Ярославля, Магадана и Республики Карелия. Трасса «Казачий дозор» и соревнования, проводимые здесь, неизменно пользуются популярностью в мотосообществе. Трасса рабочая, прыжковая, скоростная, да, относительно. Очень сложные есть элементы, поэтому... Ну а уровень гонщиков показывает результаты, поэтому сейчас немножечко испугались погоды, но самые сильные и стойкие приехали в любом случае. Жители Ленинского городского округа тоже могли поболеть за своих земляков. Практически во всех зачетах выступали спортсмены команды «Авантис Горки Юность». Несмотря на юный возраст многих из них, ребята активно выступают в том числе и во всероссийских соревнованиях. Занял 4-е место в классе 50 кубических сантиметров на России. Сейчас планирую в этом году поехать на суперкросс по России. Там уже посмотрим. Не подвели ребята земляков и на рождественском мотокроссе. Несмотря на жесткую конкуренцию, спортсмены клуба «Авантис Горки Юность» завоевали 1-2 место в классе «Мастер-1» и 3 первых в зачетах любителей питбайк и 85 квадратных сантиметров. Но если проигрываю старт, то тяжеловато. Но если выигрываю, как я в втором заезде выиграл старт, то уже пошло как по накатанной, я раскатился и поехал хорошо. Всего в этот день мы увидели выступления спортсменов в 11 различных зачетах. Очередные соревнования на трассе «Казачий дозор» пройдут уже в следующие выходные. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.